Игра как развлечение – это одно из самых полезных занятий, которое обеспечивает не только здоровье, но и социальную адаптацию ребенка в обществе. В самый разгар летних каникул, когда свободного времени много, а развлечений мало, площадка «Игры наших бабушек», которая организована на территории парка «Орленок», пользуется большим спросом, особенно у лагерей дневного пребывания. Каждую пятницу с 10 утра отряд серебряных волонтеров принимает ребятишек. В летний период, вот особенно летним лагерям, это очень важно, потому что дети, им надо двигаться, а они все сидят сейчас в телефонах. Мы отвлекаем всячески детей от этого, и чтобы они вот подвижно проводили время. Это же хорошо действует на здоровье детей. То есть подвижные игры, в мяч играют, в классики, то есть вот узнают, какие игры бывают. Обучаем их. Я думаю, что это важно. Играют во все, что забылось с годами. Классики, ручеек, пятнашки, скакалка, огромный хоровод полезных развлечений, в которых дети с огромным удовольствием принимают участие. Для них это новый опыт, который надолго останется в памяти. Можно быть уверенным, что границы дворовых игр не закончатся в Орленке. После полученных впечатлений ребята с радостью поделятся ими с ровесниками и продолжат углубляться в эту тему все больше и больше. Так что играм наших бабушек жить. Напомним, что помимо этой на территории парка действует еще несколько площадок. Продолжает свою работу шахматный клуб, где любой желающий может приобщиться к развивающему занятию. Опытные педагоги не только научат, но и помогут провести параллель между игрой и реальной жизнью. Ведь, как говорит один из преподавателей, шахматист всегда думает на несколько шагов вперед, а значит, мыслящий в этом направлении ребенок уже не станет совершать плохой поступок, потому что заранее обдумает последствия. Также любой желающий может посетить бесплатно хореографические спортивные кружки. Ксения Рехлова, Андрей Аралов, новости.